Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Джекоплей. И мы продолжаем играть в Planet Coaster. Это симулятор паркостроения. И я вам очень благодарен, то, что вам нравится смотреть этот летсплей, это прохождение, потому что я не думал, то, что такой ажиотаж будет, столько будет меня людей смотреть, но вам нравится, и я рад. Так что, да, как я говорил в прошлой серии, вы помните, у нас никто на горке не ходил. Но сейчас все чики-пуки. Я не перепутал вот тут, получается, входы-выходы. Я ничего не сделал. Да, она немного страшная. И немного там рвота у них. Рвотный рефлекс появляется. Но, в принципе, на ней катаются и хорошие деньги приносят. Так что, я думаю, пока что ничего с ней делать не будем. Потому что я пытался перестроить ее. Но я потом это сохранение не сделал. То есть что-то пытался. Ну, в итоге что-то ничего не получилось. Я просто сделаю здесь вот так вот спуск, и такой плавный, чтобы оно скатывалось. И потом так вот тунц. Но пока пусть будет так. Но, в принципе, им их все устраивает. И да, некоторые говорят, что «Женя, почему ты такой невнимательный? Почему ты не смотришь диаграммы? Я знаю, что эти диаграммы показывают». Вот именно я их и смотрел. Вот, видите, им горка нравится, по сути. Вот это тут неинтересно, им вот здесь им уже интересно идет. Вот это вот все зеленое. Потом здесь у них страх очень сильно, видите, приподнят. Но нужно хотя бы, чтобы было оранжевое или 5, ну, не 5, ну, где-то 6-7 максимум. А я, видите, сделал тут до 13-14 страх поднимается, так что это плохо. Нужно будет переделать. И, конечно же, у нас получается тошнота. Вот, видите, тоже очень сильно нужно хотя бы, ну, чтобы пятерочка была. То есть, по-любому не сделать так, чтобы было 0, чтобы рвота была 0, ну вы поняли, короче. А вот нужно сделать хотя бы пятерочку. Но я думаю, мы это все исправим в дальнейшем. Вот. Как у нас, кстати, сегодня дела в парочке обстоят? У нас сегодня уже 262 доллара. Ну, в принципе, деньги то приходят, то уходят, то приходят, то уходят. Как-то, знаете, вот так вот. У нас, посмотрите, какие очереди. Я бы такой, знаете, очередь здесь немножко переделать, потому что, ну, ее очень много. Сейчас, наверное, давайте сделаем очередь по-другому. Так. Давайте пока закроем. Я хочу, знаете, перестроить. Так, где у нас входы и выходы? Вот. Вход. Где-то сделаем вот тут вот. Ну, вот. Ну, выход нам не нужен, в принципе. Выход нам не нужен. Теперь нам нужна вот такая вот. Ага, теперь мы опять в минусе. Прикольно. Мы опять в минусе. И опять у нас беда. О, каком мы минусе, офигеть. Да, конечно, ну я отключил аттракцион и сразу посмотрите, сколько этот денежек у нас ушло. Но я думаю, сейчас у нас все будет хорошо. Вот, отлично. Теперь можно построить. Так, тихо. Нужно плавненько вести. Вот так. И вот так. Ну все, я думаю, теперь очередь у нас будет большая и хорошая. Открываем аттракцион, все, плей. Плей. Кстати, как у нас тут с очередями? Ну, здесь, видите, очереди не такие уж и большие, как, например, на этом аттракционе. Здесь много людей идет. Да, господи, да уберитесь. Это дорожка. Вот. Кстати, говорили, чтобы я на фонтане сделал тут тоже эти скамеечки. Можно поставить. Давайте поставим. А, вот, где у нас скамейки? Так, какие, кстати, скамейки ставил? По-моему, вот такие, да? Давайте вот так сделаем. И вот так вот, наверное. Также добавим свет. Где наш свет? Вот наши лампы. Я не помню, какие я добавлял. Вот эти, да, по-моему, обычные. Так, ой, не то. Так. И, наверное, вот так. Хотя, подожди, тут у нас свет есть. Ну ладно, добавлю еще свет, это не помешает, в принципе. Так, можно, кстати, дорогу продолжить. Дорогу продолжить нужно по-любому. Наверное, сделаю ее чуть-чуть побольше. Нет, это не то. Вот так вот, да? В принципе, она такая же была, да? Да, она такая же была. И здесь сделаем вот так вот дальше дорогу. Все, отлично. Делаем опять на маленькую. То есть продолжение парка у нас идет. Нашего парка. Ну, видите, блин, есть люди, конечно, не так уж их много, но все же есть. А, кстати, просили опять покататься на аттракционах. Ой, господи, что я на паузу поставил. Я, в принципе, за. О, у нас аттракцион сломался. Прекрасно, давайте его починим. Чинить. И, кстати, тут всякие есть исследования. Я не знаю, как, конечно, разобраться в них. Вот тут, короче, есть всякие... Вот, где это? Вот и тут старт исследования. Тут можно
Подождите, давайте какой-нибудь аттракцион. Все, теперь он, видите, стоит это, получается, 1000 эксперимент. Вот. И нам нужно ждать 60 дней, чтобы вот это все, короче, получилось. Так что ждем. Можно, кстати, поставить еще один какой-нибудь, но я пока не хочу, потому что, ну, понимаете, нужно бюджет беречь, потому что сейчас мы растратим все деньги, и потом будет пипец. О, посмотрите, сколько людей уже, офигеть, посмотрите, какая очередь, просто. Дофигища людей, но, в принципе, хорошо, что я увеличил очередь, это намного лучше, чем бы очередь была бы хреновенькой. Ага, видите, теперь в чем проблема? То есть, когда люди не заполняются, то есть приходится ждать им, чтобы выйти. Это, конечно, беда, беда, беда. Но ничего, я горочку переделаю чуть попозже. Ну, в принципе, на ней катаются хотя бы как-то. Так что не так уж и все и плохо, я вам хочу сказать. Все хорошо. Вот, и да. Чтобы еще построить. Можно, кстати, какую-нибудь горку поставить здесь, но у нас нет денег на это. Нужно растратить... Тут, кстати, финансы, кредит. Скоро мы 1000 погасим. Потом 50% где-то, грубо говоря, мы погасим уже 2000. Потом мы погасим 3000. Ага. Давай, погаси вот это все. Дан. Все, мы один кредит погасили, мы молодцы. Нужно погасить все кредиты, тогда мы будем в плюсе всегда. Я так думаю. Так, в плюсе, в плюсе, в плюсе. Ой. Опять аттракцион сломался? Вы что, прикалываетесь, что ли? Да сколько можно? Чините его. Что-то он ломается, 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 ломается. Очень-очень странно, почему-то очень быстро. Так, став, может быть, кого-нибудь еще, чтобы нас веселил? Давайте вот этого вот, King Caster. Возьмем вот этого чувака. Баба. Все, он такой прикольный, посмотрите на него. Это, кстати, логотип как бы Planet Castera, ну, в какой-то мере, то есть, как бы логотип Planet Castera игры идет вот такой вот. Вот такой вот. Но это как бы символ, что ли, парков, его тоже как бы всегда показывали. Видите, у нас за тот день минус $343. И это очень плохо, потому что у нас квест... О, мы выполнили. И можем получить 1000, но я пока не хочу получить 1000, потому что... Вы знаете, это что, сейчас у нас кредиты, и будет все хреново, если я получу сейчас 1000 эту, и у нас просто все деньги улетучатся. Да. Нам нужно, видите, за день набрать $500. Я думаю, как только кредиты у нас закончатся, мы закончим этот квест, все будет хорошо. Также нам нужно, вот и получается, ачивка, типа парк рейтинг 400. Парк рейтинг, я хочу посмотреть. У нас парк, рейтинг, рейтинг, парк, парк, рейтинг. А, у нас он 277. Ага, а нам нужно, получается, маркетинг-бонус. Маркетинг. Это что такое? А, реклама, типа, реклама, ясно. Типа, онлайн, телевизор, газеты. Ясно, понятно, то есть можно и рекламу пускать. Ну, в принципе, как, кстати, я вам говорил в прошлой серии о рекламе. Давайте сейчас возьмем на горочку так тихо. Так. Поменять можно? Вот, поехали. Давайте сейчас поедем, покатаемся, потому что вы меня всегда просите, Женя, давай кататься, Женя, давай кататься. Вот сейчас покатаемся на горочке. Еще раз. Ну, в принципе, она мне нравится. Ну да, она немного страшновата. Видите, как колбасит просто. Нужно ее сделать немножко... Немножко получше, вот, что я хочу сказать. И будет все офигенно. Потому что, видите, это не дело то, что людей часто не бывает на этой горке. Так что мы ее переделаем чуть попозже. О, починили аттракцион, наконец-то. Блин, что так долго его вечно чинят? Что он вечно ломается, этот аттракцион? Фиг его пойми. Так, я хочу, знаете, что поставить? Я хочу поставить еще мусорные баки, потому что нам они нужны. Так, мусорные баки. Только мы в минус уходим? Нет, мы в минус, минус ушли опять. Так, минус, иди... В жопу, давай. Это что ж такое? Отлично, все, минус пропал. Поставим здесь. И поставим вот здесь вот. Все, отлично. Так держать. Ой, что я на паузу-то поставил опять. Вот, в принципе, как-то так.
Ну, понимаете, сейчас такой переломный у нас момент, нам нужно завершить все кредиты, чтобы зарабатывать уже хорошие деньги. Так что из-за этого у нас немного есть тупники всякие. Да. В том плане то, что мне пока делать нечего. Конечно, хочется много чего строить, но нас не позволяют деньги. Вот. Я бы, знаете, что сделал? Я бы, наверное, отреставрировал наш аттракцион вот этот вот. Но как только у нас будет хотя бы какая-нибудь нормальная сумма, я думаю, мы сможем это сделать. Давайте посмотрим, может, у нас все-таки до 300 поднимется. Хотя у меня с этим аттракционом поднималось до 500, вы понимаете? До 500. Значит, это очень все плохо. Плохо. Вообще не поднимается, видите, больше. Только так. Эх. Вот, 300, отлично. Так, давайте закроем этот аттракцион. Так. А что, не поехали все-таки? А, ну типа не заплатили деньги, они поехали, да? Ну ладно. Так, нам нужно его перестроить. Перестроить, да? Так, давайте, иди трек. Все, и я готов его перестраивать. Так, ну в принципе, вот это мне все-то здесь устраивает. Только нужно вот это вот удалить. Вот это вот удалить. Так, все. То есть мы здесь сделаем вот так вот спуск. Потом выпрямляем его по максимуму. Ну все, это по максимуму выпрямлил? Ну я так понимаю, что да. Так, потом резкий поворот. Ой, нет, не такой поворот. Нам нужен вот такой поворот. Чуть-чутку мне нужно припустить. Вот так вот. Так. Видите, и опять он сильно заворачивает. Вот это вот и проблема у меня. А, ну потому что, наверное... Да, потому что, наверное, горка не позволяет. Нужно чуть-чуть пониже сделать. Вот так вот. Вот, видите, теперь хорошо все. Вот, теперь они будут плавно ехать, я так думаю. Только нам нужно сделать здесь, вывести вот так вот, получается, ровную сделать. Так, и сделать вот так. Ну, нет, давайте ровно сделаем. Ровно. Так, нам нужно ровно сделать, можно мне ровно сделать? Так, можно тут немножко притормозить, чтобы притормозили они. Так. И вот здесь поворот. Так, поворот идет. Ну и, в принципе, потом мы выведем вот сюда вот, и все будет хорошо. Да. Я думаю, то, что будет все хорошо, и чики-пуки. Так, дан. Нам нужны деньги опять. Денюшки. Денюшки. Давайте, денюшки. Ну, 100, ну, 200, пожалуйста, давайте, набирайтесь, пожалуйста. Очень тяжело, когда у нас нет денег, очень тяжело. Но надо выходить из ситуации. Как там? Так, давай. Ну, только 80 набирается почему-то. Ладно, хотя бы так. Давайте опять делать горку. Сколько, кстати, эта штука стоит? 137. Ага. То есть, если мы ее поставим... И так вот соединим, соединение сделаем. Ага, нужны деньги. Так. Так, давай. Ну, соточка, отлично, соточка есть. Так. А, нет, нельзя соединить. Нам нужно тогда, получается, вот так вот сделать прямо. Так, нет, не поднимай, не надо поднимать. Не нужно поднимать горку, нужно ее заворачивать в эту сторону. Так, все по максимуму. Нам нужны деньги на это. То есть здесь можно немножко, получается, вот так вот здесь сделать опять эту штуку. Все отлично, сработало. Ну, в принципе, это у нас как бы паузы идут. Нужно немножко приподнять. Именно вот этот можно приподнять? Это как-то хреновенько у нас получается здесь. Ладно, пусть немножко просадка будет. Ну ладно, окей. Так, давайте опять сделаем денежки. Денежки. Так. 100. 130. Ну. Нет, не падай. 119, я думаю, нам хватит. Хотя не факт. Но, может быть, хватит. Хватило нам денег. Все отлично.
Здесь бы, знаете, я такой бы сделать паузу небольшую. Давайте, так, давайте проверим нашу горку. Как она у нас на тестинге будет. Так. Но я думаю, должно быть уже получше, потому что уже не так страшно. По идее. А там, не знаю, посмотрим. Видите, все равно страх. Ага, то есть, видите, получается, теперь здесь они не забираются. Так. Удовольствие. Ну, так себе. Видите, здесь страх все равно. Все равно страх, все равно страх. Ну что ж такое? Ну понимаете, вот в этом и вся проблема. Господи, да что ж такое? Господи, господи, что ж такое? Что ж у меня с горкой-то не получается ничего. Я не знаю, что делать, серьезно. Музыка, кстати, очень классно на фоне играет. Прям вообще такая, прям вау-вау-вау. Ну ладно, давайте посмотрим, что-то у нас. Что-то у нас вообще деньги упали, упали, упали деньги. Так, у нас финансы, финансы, кредит, кредит, кредит. Еще идет кредит, кредит еще идет. Так. Я бы такой, знаете, вот раньше можно было строить горку и сразу включать тестинг. Но здесь сейчас почему-то этого нельзя делать. Я не понимаю, почему. Приходится сюда выходить и включать тест. Вот если бы сразу тест, когда горка работает, было бы вообще супер. Ой, то есть горка, когда строится. Но нельзя так, к сожалению, нельзя. Давайте, поднимайте мне там денежки. Что ж такое? Почему мы в минусе до сих пор? Алло. Давай, парк, работай. Знаете, что бы я сделал? Я сейчас, наверное, всесу ее полностью здесь. Я просто вас сделал такой вот заворот, потом сделал такой вот плавный проезд. Хотя, подождите, сейчас посмотрим, где у них там страшно становится. Так, удовольствие. Окей. Здесь уже страшно становится им. Ну пипец вообще. Ну как это так? Ну как это так? Им страшно здесь становится уже. Я в шоке. Пипец. Просто, просто я в шоке. Давайте на опуск. Да почему минус 200? И все. Что же такое? Что-то, кстати, у нас людей сегодня в парке, что ли, мало, я не понимаю. Вообще, вообще не идут деньги. Вообще не идут деньги. Господи, да почему уж так? Что за несправедливость? Хотя бы пусть 100 будет, я 1000-то возьму, и все будет хорошо. Потому что сейчас, если я возьму 1300, и это улетучится, пипец, как быстро деньги. Так, так, давай, давай, давай. Ну, опускайся, отпускайся, опускайся, опускайся. 200. Да что ж такое? О, офигеть, как у нас сумма падает просто. На глазах, понимаете? На глазах падает сумма. 300, да что ж такое, ты посмотри на него. 300, 300, короче, 100 с чем-то будет уже, тогда я уже быстро делаю. Уже, смотрите, уже вечер. Уже вечер. О! Что нам открыли? О, какой-то кикфлип. Прикольно. Видите? То есть, кикфлип нам открыли. Классно, классно, классно. Так, короче, вот. Все, отлично. Берем 1000, отлично. Закрываем горочку. И можно строить. Все, отлично. Я готов. Так, нам нужно вот это вот полностью все снести. Все, короче, снесем вот эту всю горку. Вот. Женя бомбанул, вы понимаете? Женя немножко бомбанул. Женя немножко бомбанул. И давайте так вот построим. Давайте так вот прямо. Прямо. Потом, наверное, заворот какой-нибудь сделаем. Нет. Не, давайте чуть-чуть поменьше. Может, чуть-чуть поменьше? Ага, поменьше нельзя. Так. Так, ну что ж такое? Так, так. Да господи, я... Я забыл то, что нам нужно делать... Ох, какие ну, тут разные штуки, классные. Но нам нельзя это делать, потому что у нас ничего не получится. Так. А что такое? Ну. Так, ну все. Ну, в принципе, я взял, выбрал то, что мне нужно. Да. Так, потом здесь можно сделать. Так, получается, получается, получается. Так, не резкий, а вот такой вот спуск. Так. Так. Потом здесь можно сделать какую-нибудь финтифлюшку. Финтифлюшку говорю. Так, 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 так. А можно что-нибудь?
Так. Ой, господи, это что ж такое? Я туплю. Простите. О, господи, это же они такие большие-то. Большие. Мне не нужны такие большие, мне нужны чуть поменьше. Видите, когда я нажимаю так, она закрывается. То есть, как-нибудь вот так я могу сделать. Угу. Так. Так, потом здесь сделаем, получается, такие вот тормоза. Почему нельзя соединить? А, ну обычно нужно. Ну. Ой, чё ж такое? Так. Так. Получается, так делаем. Да, господи, да не надо мне так сильно много делать. Я не могу нажать. Когда нажимаете в пустоту, он получается как бы... Так. Нет. Нам нужно сделать вот так. Выровнять и повернуть. Отлично. Все. Но думаю, что у нас что-то получится с этого. Хотя бы такая горка. Давайте проверим. Тестинг сделаем. Сейчас у нас деньги упадут, да? Мои. Ну, естественно, мои сейчас деньги упадут. Пока она поедет, вообще будет пипец. Шикарно. Так, давай. Ну, уже, кстати, лучше. Уже лучше, люди, уже лучше. Понимаете? Уже лучше. Смотрите, то есть удовольствие, конечно, не такое ахтецкое, как хотелось бы. Страх у них здесь чуть-чуть, то есть здесь у них все нормально. И рвота у них чуть-чуть здесь. Здесь почему-то рвота у них тоже. Странно почему-то, ну ладно. Короче, тогда можно ее открывать. Все. Я думаю, теперь на горку нашу будут ходить все. И будет все хорошо. Надеюсь. Ну, давайте сделаем перемотку и посмотрим, как у нас обстоят с этим дела. С этой горкой, вот смотрите, люди идут. Так. Вот, видите, теперь толпа побежала. Смотрите, сколько людей побежало на эту горку. Так что мы это сделали, мы молодцы. Мы справились с этим заданием, мы перестроили эту горку, и она теперь шикарная. Ну, она, конечно, не такая классная, как хотелось бы, но зато, знаете, такие вот все вау. Кстати, можно прокатиться, давайте прокатимся на ней. Давайте прокатимся по бырику. Так, нам нужна другая, во. Так, о-о, поехали, вау. Слушайте, ну потому что видите, какая скорость маленькая. Слушайте, теперь да, она так не трясется, она такая спокойная. Ну, прикольно. Даже, прикиньте, там даже был такой, знаете, наклон. Где-то, наверное, не знаю, сколько тут градусов наклон был. Где-то 30 градусов, может быть, наклон. Ну, неплохо. Так что, я могу вас поздравить, у нас теперь, вон, видите, какая толпуща стоит. Ну, это пока что так. Потом я не знаю, как будет дальше. Надеюсь, что толпа будет стоять. И, кстати, нам нужно открыть, короче, аттракцион же. Вот какой, кикфлип. Неплохо. Посмотрите, какой у нас денег уже. Мы зарабатываем деньги. Господи, аллилуйя, это свершилось, понимаете? Мы зарабатываем деньги, наконец-то. И идут люди сюда на аттракцион. Аллилуйя. Так что я могу вас с этим поздравить. Мы молодцы, мы все-таки сделали аттракцион, переделали. И огромное спасибо, кто помогает мне в комментариях, потому что мне приятно, что вы, ну, так знаете, прям знаете игру, помогаете мне там с графиками и графиками, хотя это все понятно, это все ясно, просто я немного затупил, вот. И что-то не то сказал вам про графики, ну, то, в том плане то, что, например, вота, это не есть хорошо красное, вот. Так что, ну, прошу прощения, я затупил немножко. Так что, да, я думаю, мы закончим эту серию, думаю, она вам понравилась. Если так, то обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если впервые смотрите это видео, также вступайте в группу ВКонтакте. Я там пишу все свои новости, оповещаю о том, что вышла новая серия на канале. И не забывайте писать комментарии, как вам серия, что вы хотите увидеть в следующей серии. И да, кстати, у нас челлендж выполнился, да, или новый челлендж? Новый челлендж, нам нужно теперь сделать горку с рейтингом 8. Удовольствием 8, понятно. Всем пока!